Взрослые учат детей, и это правильно. Но когда каждый шаг под присмотром, то человек свои шаги делает как бы не сам. Вы ему рассказали, вот здесь нужно поднять ногу, вот здесь нужно переступить. Каждому из нас нужно научиться встречать в своей жизни препятствия, а их всегда будет много. Это смысл жизни. Мы встречаем препятствия, мы его преодолеваем. После преодоления мы богаче в два раза. Вы видите какое-то препятствие, у вас может возникать страх. А страх – это эмоция внимания. Пошла бы лиса, баба Пелагея, спереди шуруп-буруп, сзади батарея. Как сделать так, чтобы дети научились с этими препятствиями обходиться сами? Позволить им в безопасной среде играть в опасные игры. Барыня, барыня, сударыня, барыня, барыня, сударыня. Мы создаем безопасную среду для того, чтобы в ней проживать опасные ситуации, страхи какие-то. А иначе смысла бы не было. Если бы мы сделали безопасную среду, чтобы проживать безопасные ситуации, никакого интереса не было бы.